На Магнитогорском металлургическом комбинате принята новая редакция экологической политики. Причиной ее принятия стал переход системы экологического менеджмента на новую версию международного стандарта и утверждение Советом директоров в ноябре 2015 года плана стратегического развития группы ОАО «ММК» на период до 2025 года. Документ предусматривает реализацию стратегической инициативы «Чистый город». В частности, в стратегии 2025 идет речь о мерах по снижению комплексного индекса загрязнения атмосферы, рассчитываемого Росгидрометом. К 2020 году предполагается снизить индекс загрязнения атмосферы Магнитогорска до уровня 7 единиц. А к 2025 году до 5 единиц, что означает «чистый город». Кроме того, к 2025 году ОАО «ММК» планирует достичь технологических нормативов воздействия на окружающую среду, соответствующих наилучшим доступным технологиям, рекомендованным к внедрению в России, а также полностью устранить сбросы в водные объекты загрязненных сточных вод, образующихся в технологических процессах. Предполагается обеспечить максимально возможную утилизацию отходов и размещение всего объема отходов 3, 4, 5 класса опасности на экологически безопасных объектах, а также выполнить рекультивацию выведенных из работы железорудных карьеров и шлаковых отвалов, сообщает Управление информации и общественных связей УАО ММК.